Согласно легенде, когда все злодеи в Китае грабили окрестные деревеньки, а Тайлунь сражался с Шифу за свиток дракона, пробил час для истинного героя. Всем известно, что истинному герою, чтобы выполнить свое предназначение, сперва нужно выдержать три тяжелейшие битвы. Со своими ошибками, со своими врагами и самим собой. Но нигде почему-то не говорится, насколько все эти сражения утомляют. Кажется, настало время открыть тебе то, что следовало сказать уже очень давно. Ладно. Секретный ингредиент в супе из секретных ингредиентов. Подойди поближе. Секретный ингредиент — это... ничего. Погоди. Это самый обычный суп с лапшой? Ты не добавляешь никакой особой приправы? Незачем. Чтобы сделать нечто особенным, достаточно поверить, что оно особенное. Все в голове, сынок. Нет никакого секретного ингредиента. Наверное, в этом и есть смысл свитка. Я просто должен верить, что я воин-дракон. Я и есть воин-дракон. Папа, мне нужно отправляться во дворец на помощь мастеру Шифу. На помощь, сынок! Эй! Убери свои лапы от моего отца. Да уж! Я вижу семейное сходство. Погаси огонь, кидай в него бочонки с водой. Освободи жителей деревни из крыши. Ты меня спас! Спасибо! Спасибо, Бо! Ты меня спас! Извини, здоровяк. Лавочка закрыта. Чего? Еще один шаг, панда, и тебе конец. У тебя нет шансов, панда. Ты не сможешь помешать, Тайлу! Потрясающе! Брось дороги! Огненными снарядами!
Используй баллисту, чтобы победить волков у реки. Это был последний волк. Пора двигаться дальше, сынок. Пол, что ты делаешь? Мастер Шифу велел взять свиток и покинуть деревню. Но папа сказал, что в супе секретных ингредиентов нет никакого секретного ингредиента. Ну вот, я думаю, что я и вправду воин-дракон. Хорошо, рад, что все в порядке. И что дальше, воин-дракон? Мне надо возвращаться во дворец к мастеру Шифу. Ладно, тогда эти корабли будут проблемой. Корабли? Какие корабли? Точно, а? Надо спешить. А?